Я очень люблю сказки, а еще мне нравится рисовать. Я вам расскажу, а лучше нарисую историю про нас. Это наш детский садик. Когда мы были совсем маленькими, родители привели нас сюда. Здесь много моих друзей. Мы вместе играли, а потом выросли. Теперь мы совсем взрослые, и нам нужно собираться в школу. Вот так мы спешим в школу. Там столько всего интересного. Сюда мы придем в первый класс. Thank you.
маленькая. Будет больше радости, если будет больше сладостей, лимонада и пирожных, шоколада и конфет. Это просто наслаждение, это просто объедение. Для детей на целом свете ничего вкуснее нет. На клубничное варенье поднимает настроение. Вместо щи и манной каши будем есть его всегда. Шоколадные конфеты нам заменят все омлеты. Только взрослым мы об этом не расскажем никогда. Если друг не смеется, ты включи ему солнце, ты включи ему звезды, это просто. Ты исправь ошибку, превращая в улыбку все грустинки и слезы, это просто. Воскресенье, суббота, дружба – это не работа, дружба – это не работа. Есть друзья, а для них у друзей нет выходных. Друзья, а для них у друзей нет выходных. Если свалится счастье, подели его на части и раздай всем друзьям, это просто. А когда будет надо, все друзья будут рядом, чтоб включить тебе солнце или звезды. Воскресенье, суббота, дружба – это не работа, дружба – это не работа. Выходных. Есть друзья, а для них у друзей нет выходных. Отсюда!
бабушки и дедушки. Прощальный бал, так много глаз устремлены сейчас на нас. Мы всех на праздник пригласили? Да. Никого не позабыли? Нет. Нет. Сегодня день веселый, светлый, такой волнующий для нас. Домчится лето незаметно, нас встретит школа, первый класс. Сегодня вам в просторном зале грустить захочется едва ли. Мы выросли и телом, и душой. Согласны взрослые со мной? Да! Да. Пусть звуки музыки звучат, ведь гости к нам сейчас спешат. Встречайте, выпускники 2013 года. Yeah.
здесь верят волшебству, здесь дружат чудесами, где сказки наяву приходят в гости сами. Хочет научиться танцевать. Вот что с ней делать? Вообще ничего не понимаю. Вот что с ней делать? Ой, бабуля, не шуми. Наши ребята помогут тебе. Они у нас столько танцев выучили, столько песен. И вот хочешь послушать, у нас Даша сыграет на флейте свою любимую мелодию. А потом мы потанцуем. Ну, лишь бы научили. Хорошо. Сейчас у вас что? Лето скоро.
выпускной! Как вы стали такими уже большими, здоровенькими, такими аппетитненькими! Какие все вкусные! Но я шучу. Я тоже когда-то, между прочим, летала в свой садик. Как лесной. Обыкновенно, на метле. Вас учить надо? На метле. Отдельно, да. На метле в детстве. Да. Хотите, я вам покажу. Не знаете? Нет. Только сейчас махом. Так, есть еще метелочка? Ну-ка, найди ко мне, дорогая. Ой, какая ты молодец. Значит, не молодо делено. Так, сейчас на две команды поделимся и покажете мне свою удаль. Кто первый? Давай. Да. Давай. Мальчики и девочки. Я вот так, мальчики. Раз, а давай кто первый? Опять. Умеем считать? Ну как? Раз, считаем. Раз. Считаем. Я-то не умею считать, учите меня. Раз, два. Короче, сели и... Одевай. Что делаешь?
кармане 2 яблока. Ага. Да? Что врешь, а какая взрослая вруша? У меня нету яблок. Ну нету у меня, вот нету. Да это как в задачке говорится. И у вас в кармане 2 яблока. Ага. Да. Ну. И чё? Ну у меня... Чё? А у меня 2 их. И нехто? Взял у тебя 1 яблоко. Сколько яблок осталось? Да 2 у меня, так оно и есть. Я никому не дам. Не мечтайте даже. Ну я же сказала, я не у меня их 2, я никому не отдала. Даша, они правильно задачу решили. Какая глупость. И что? Ну, бабушка, задачи ты решать не умеешь. Да, ну что? И 70 ты не умеешь. Ты что? А 6. А мы сейчас уже поиграем в игру. Какой? Называется «А ну-ка посчитай». Сейчас все ребята встают. Где папа? Будем учить бабу Ягу. Еще счет. Я рассказываю правила игры. А дальше? Кать, берите ребята. Посмотрите. Я буду здесь стоять на серединке. Могу показать любую цифру. У меня здесь достаточно. И вы должны также сделать какой-то определенный круг из 3 человек, из 4, из 5, в зависимости, какую цифру я вам покажу. Понятно? Пока играет музыка, только музыка закончится, вы сразу должны выстроиться, только какую цифру я вам покажу. Понятно? Пошли сейчас, пожалуйста. Мужи так люблю я все вопросы задавать.
школу собрался. Ребята, возьмите меня с собой. Ну, пожалуйста. Я хотя бы мой. Не хочешь, я тебе ребята, постряпаю. Хочешь с вишневым вареньем? А с малиновым? Твою любимую. Хочешь? А сказку расскажешь? Расскажу я, хотя бы мой. Расскажу. Про Кощея. Про Кощея. Нет. Я пойду учить. Школу. Собрался все же? Вот и думаю с утра, что ж он делать будет в школе. Или вдруг сломает ножку, или не доест с утра, или вообще простынет в окошко. Пойду учиться. Ребята, возьмете меня с собой? Да. Вот так, баба-яга. Так что я иду в школу. Так уж и а ты уж как-нибудь одна. А сил хватит? Кому? Ему? Ну, такой дом. Я уже большой. Я уже отпитала. Почти. Ну, на кто-нибудь что-то расскажет. Если голова. Подождите. Так, бабуленька Яга, ведь ответ познаю я. Нас в нашем садике родном заботиться учили о здоровье своем. Спрашивайте меня, друзья, дам совет всем вам я. А скажи, пожалуйста, что делать, если болит голова? Вам нужен свежий воздух и точечный массаж. Ой, ну хорошо. Надо выполнять. А скажи, пожалуйста, если вот горло болит? Не беда, травы и ягоды помогут всегда. А скажи, пожалуйста, ноги и руки за партой затекли. Что делать? Веселой зарядкой им помоги. Ух ты! Ой, молодец, молодцы! Как нам еду успокоить сейчас? Ну, успокоить! Девочки, танцуют танец, называется «Пряница». Приглашаем. Да, посмотрим. Thank you.
веселей, от улыбок в зале светлей. Скоро в школу ребята пойдут и улыбку с собой возьмут. Наступает минута прощания. Но не будем грустить мы, друзья. Не будем. Навсегда в нашей жизни останется детский сад, как родная семья. Теперь я вам хочу предложить такое торжественное обещание, которое вы должны сейчас дать в зале своим родителям. Повторяйте за мной, я буду говорить слова, а вы за мной повторяйте. Клянусь не падать духом и не унывать. Клянусь не падать духом и не унывать. Перед порогом знаний назад не отступать. Перед порогом знаний назад не отступать. Молодцы. Запомнили? Да. Запомнили. Но сейчас слова благодарности от детей сотрудникам нашего детского сада. Мы грустим, очень жаль оставаться, обещаемся сад нарешать, но пора наступило прощаться, все спасибо хотим сказать. Дорогие повара, вы вкусно кормите всегда, посмотрите-ка на нас, эти щечки просто классные. Нам красиво говорить в школе пригодится. Чтобы острословом быть, нужно научиться. Научились от души с вами занимались. Мы со звуками дружить, так как вы старались. Знаете, вас не подведем. Вы кумир наш просто. Говорить теперь начнем много и серьезно. День рабочий, у завхоза очень трудно сказать, что потом висит у города, что сантехника отдать. Здесь порвало солей, там ревизия идет. Оглянуться не успели, сад закрыли на ремонт. Без завхоза, как прожить, я спешу благодарить. Энергичный физкультурник учит прыгать, бегать и скакать, и на мате кувыркаться или в цели попадать. Попасть на волшебной работе, вам покорились звуки, ноты, вы можете повелевать, в душе мелодии звучать. Спасибо вам за ваши песни, что танцевали с нами вместе, что музыка всех наших дней звучала с вами веселей. Любой заведующий нужно заместить, чтобы была вдвоем свернут любые горы, где головы ни одна. Когда заведующий отлучится, не так действует, что вас на посту. Если что-то вдруг случится, решит проблему на ходу. На нее можно положиться, она поможет всем всегда. На благо садика трудиться не надоест никогда. У следующей забот всех других важнее забот. Так приходит на работу, так пошел круговорот. Заболела в группе няня, нужно кем-то заменить. А энергии не станет, в горэнерго позвонить. И нанять специалистов, чтобы занять учебный год. Пригласить детсад-артистов, сказку детям показать. Записать детишек новых, педагогов похвалить. И, конечно же, обновы для детсада закупить. И спасибо вам большое, от души благодарим. Сотрудники наши.
нашего детского сада, от шумной и любящей вас детворы, примите, пожалуйста, эту награду и наши улыбки, и эти цветы. Младшего воспитателя, младшего воспитателя. Дел немало у нее. Она накормит и отмоет, воспитателю поможет спать, уложит всех в кровать, отнесет белье на прачку, в мойке сделает прокачку. Мама, к тебе прокачку. Спальню светлую пыль протрет. Встретится с улыбкой нежной, все расскажет, все поймет. Спасибо воспитателям за ласку и тепло. Нам было с вами рядышком и хмурый день тепло. Вы жалели нас, любили, вы нас как цветы растили. Жаль, что мы не можем вас взять с собой в первый класс. Поздравляем тебя с окончанием первого курса.
чудесно. Она обо всем вам, конечно, расскажет, споет, а еще с удовольствием спляшет. Умеет везде и во всем успевать, и с ней невозможно без дела скучать. Дарья кудесница, Дарья искусница, и с этих высот никогда не опустится. Иди дальше, покажи. Имя. С ним Максима без помех максимально ждет успех. Быстро станет знаменитым, хоть артистом, хоть бандитом. Если музыкой займется, позавидует и Моцарт. Не дай бог война нагрянет, сразу маршалом он станет. Завершит научный труд, сразу Нобеля дадут. На фантазии щедра и в делах она упорна, и в компании задорна. Она всегда в движении, жизнь кипит в ней каждое мгновение. Очень любит горки и качели, экстремалка просто в самом деле. Всем приятно, хороша, любит садик, любит друг, и всем в группе лучший друг. Конечно, дитя настроение, активно, игры любит, общение. В конкурсах первой быть очень стремится, с друзьями не против повеселиться. Секунда одна, и тут все меняется. Она чего-то вдруг застесняется, и к мамочке крепко она прижимается, и скромно, глядя на снег, улыбается. Ее натура так многолика. Такая вот девочка наша Вика! Желаю успехов, я отлично начинаю. Очень хорошо нам слышу. Для тебя привычны победы и по жизни с тобой не с кем. И сегодня мы, Виктор, желаем, чтобы чаще звучал твой смех. Чтоб печали покрались мимо, чтобы радость была с тобой, чтоб нашел ты гармонию с миром и в душе поселился покой. Вики. Кореглазка, хрупкая, изящная, как ангелок. Для тебя весь мир как сказка, и во взгляде удивление огонек. Задавать вопросы будешь очень, с нетерпением ждешь на них ответ. Так мила, тут скажем, между прочим, в этом ее жизненный секрет. Мы все желаем, чтобы ты, Анжела, и чудеса творить умела. Милая Алинка, солнышко ты наше, девочка.
девочка-картинка, нет на свете краше. Будь всегда ты доброй, очень постарайся. Общительной и бодрой, больше улыбайся. Маск наш парень, молоток, имени подставь, от него идет поток, только б не устать. Говорливый, балагур, юморист, затейник, не бывать в нем и хмурь, всякий день веселье. Любое, Андрей, по плечу тебе дело. Наверное, мы знаем, стоишь ты пути. И дальше желаем побед найти. Успехов в учебе, в делах новых сил. Удачи и счастья ты заслужил. Самый лучший, для родных ты солнце лучик. Пусть всегда зимой и летом мир твой будет разноцветным. Веселись и улыбайся, всем на свете увлекайся. Пусть сбываются мечты, в мире всех чудесней ты. Вялый труд, но если шанс ему есть отличиться, готов он горы своротить, он может сутками трудиться и всех соперников своих. И теплом, сколько в сердце есть твое, будь свежей музой для поэтов, недосягаемая Виолетта. Здесь и все так, здесь.
сделав точный расчет, качество это к успеху ведет. Полиночка, проходите. И рисовать. Спасибо тем, кто научил и петь, и танцевать. Спасибо тем, кто физкультурой с ними занимался. Спасибо тем, кто деткам нашим речи справил. Спасибо и заведующей нашей за то, что детский сад был год от года краше. И в общем всем, кто создавал уют и быт. Спасибо, нежно говорим мы воспитателям своим. Наш детский сад любимый, как жалко расставаться. Пришла пора учиться, придется нам прощаться. Спасибо вам, родные, спасибо вам не раз, за то, что, дорогие, вы сделали для нас. Спасибо. И, конечно же, отдельные слова благодарности мы бы хотели бы сказать нашим воспитателям. Это те люди, которые каждый день были рядом с нашими детьми. Виктория Валерьевна, Эльмира Искандеровна. И мы хотели бы посвятить от нашего всего родительского такого коллектива стихи. Спасибо вам, земной поклон, от всех родителей примите. И также бережно любя других своих детей учите. Поклон за руки золотые, за ваши бедные сердца. Ведь вы трудились, дорогие, не ради красного словца. Благодарим вас за те клинья, с каким учили каждого из них, за ваше беспокойство и волнение, за сердце, что болит, как за родных. Пусть будут дни всей вашей жизни хороши, а в доме будут радость и согласие. И мы желаем вам от всей души большого человеческого счастья. Хотим мы, все родители, признаться, мы очень любим вас, вам остается только постараться. Не забывайте и помните. Это чтобы вы нас помнили и никогда о нас не забыли. Поздравляем. Еще мы хотели бы нашему садику посвятить песню. Слушайте. Дочь. Орел там назвал он.
дошло, и вашу любовь, и родное тепло мы в наших сердцах навсегда унесем. Спасибо большое, спасибо за все. В нашем городе родном вместе с папой, вместе с мамой эту песню пропоем. Детский садик лучший самый в нашем городе. Очень жалко расставаться, покидать любимый дом, дом, где весело встречаться в нашем городе родном. Лучший самый в нашем городе.